История о конфликте одной из улиц гоньбы с ТСЖ «Земляне» дошла до Ленинского районного суда. Напомним, всю Вишневую хотят исключить из товарищества, якобы из-за долгов. Однако жители считают, что это месть за конфликт, который развязался вокруг качества и дефицита воды на спорной улице. ТСЖ настаивает на изгнании Вишневой путем коллективного голосования, но их аргумент в суде сочли неубедительным. Люди приходили с доверенностями от других жителей нашего ТСЖ. Вместе с тем доверенности не были правильно оформлены, они были полностью не заполнены. И более того, люди, которые якобы доверяли свои голоса для принятия решений, в принципе не были знакомы даже с бюллетнями голосования. Этот момент руководство ТСЖ учло и наняло профессионального юриста для организации кворума без ошибок. Он должен состояться в марте. На нем будут обсуждать новый устав, где улицы Вишневой нет. На то, чтобы изменить устав, нужно 2/3 кворум, это не 50 плюс один голос, это большее количество голосов. Посмотрим, как что люди по этому поводу думают. Потому что про башню тоже, вот про передачу башни в муниципалитет, писали очень много, писали, что все согласны. В итоге вот в этом же собрании, которое сейчас оспаривается, большинство проголосовали против. Кстати, водонапорная башня и трубы – это еще один спорный вопрос. Его стороны не могут решить еще с августа. По словам представителя ТСЖ, жители Вишневой хотят определения четких тарифов на воду. Они требуют установить тарифы. В данный момент существует два противоположных указания. В данный момент мы написали заявление в вышестоящий орган, то есть в прокуратуру Алтайского края. Вот что она сейчас ответит, то и будем делать. Слышали, как адвокат повернула, что это улица Вишневая требует установку счетчиков? А мы не требуем никаких счетчиков. Мы их будем требовать только в том случае, если у нас будет хорошая вода и будет водоканал. По итогам заседания суд встал на сторону проживающих на Вишневой и признал августовское голосование об исключении улицы недействительным. Но в ходе процесса они осознали, в ситуации не поставлена точка, ведь вопрос об их исключении снова может быть поднят. Что касается тарифов на воду, остается ждать решения прокуратуры. А пока люди говорят, что готовы снова и снова встречаться на судебной скамье, опротестовывая каждое несправедливое, на их взгляд, решение ТСЖ. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, «День с толком».